Храм Луки Крымского. Пути Господни неисповедимы. Все не буду рассказывать, но происходят такие вещи, когда чувствуешь, какой промысел Божий. Вот сейчас сижу эту минутку и думаю, какое счастье, что мы ходим в храм. И всем нужно сюда, всем людям, потому что здесь душа радуется. Слышите, как цикады, звук их, как они радуются. Ученые доказали, что метр или два от церкви нет радиации. Представляете, как слова возносятся в небо. Здесь, вот он. Крест Господень. И каждый мы несем свой крест. А когда даже трудностям радуешься, и потом наступает облегчение и становится лучше. За все надо благодарить. И за радость, и за скорбь. Слава тебе, Господи, слава. Лука Крымский, моли Бога о нас грешных. Спасибо за все. Морюшка, горы. Весь воздух пропитан этим. Слава Богу.